Всем привет, это Зорг, и сегодня я бы хотел запустить летсплей по игре Master Space. Так, игра смесь Майнкрафта и космоса, то есть Майнкрафт в космосе. Давайте начнем. Генерируется система звездная, планеты, то есть это песочница. Также в игре присутствует мультиплеер. Не знаю, так, это вот у меня кровать упала. Так, кровать — это место респауна, кстати. Так, и начнем. С какого же ресурса начнем? Давайте возьмем вот этот вот зеленый ресурс под названием ураниум. Соберем, точнее. Как вы можете заметить, ресурсы в виде кругляшков, бильярдных шаров каких-то. Достаточно прикольно сделано по сравнению с Майнкрафтом. Так. Итак, я нашел баг в игре. Как вы можете заметить, бесконечный ресурс ураниума. Он, видимо, никогда не закончится. Ладно, продолжим. Не будем уж использовать ресурс. Точнее, не ресурс, а баг этот. Кстати, в игре вроде как бы много багов. Игра может вылетать, поэтому я буду сохраняться. Здесь можно построить дом. Можно построить свой... самолет. Точнее, не самолет, а ракету, наверное, как еще можно назвать его. Так, давайте посмотрим, как она точно называется. Сохранимся. И посмотрим. Так, Spaceship. Для этого нам нужно 200 урана и 500 стали. Флор. Не знаю, что это. Билдинг — это построить дом. То есть вот стены, потолок и низ. И так. И объекты. Объектов еще немного. Не знаю, насколько добавится, не добавится они. И первым делом мне нужно вот это вот фотосинтезатор. Так называемый, для создания деревьев. Так, ну давайте уже закончим с ураном. Так, соберем. Игра мне понравилась, поэтому я решил сделать на нее летсплей. Ну, он, наверное, будет коротенький, потому что тут особо нечего делать. Создам корабль и потом попробуем полетать, посмотреть планеты и закончу на этом, наверное. Итак, шарики особо не собираются. Ну, давайте соберем, что есть, и пойдем собирать вещи для фотосинтезатора этого, так называемого. Так, шарики по всей карте разбросались. Карта не очень большая, на самом деле. Так, нужно выбрать... Так, что это? Нужно выбрать место для создания своего дома. Ровное место. Наверное, примерно. Ну вот, блин, какое-то оно неровное, честно говоря. Вот это вот неплохое место. Ну, оно, конечно, тоже неровное. И здесь космос. В космос бы не упасть, чтобы вещи не упали в космос. Так, давайте, нам нужно место для рытья. То есть шахта. Давайте устроим шахту здесь, что ли.
Так, выберем лопату и начнем рыть. Так, что же там надо нам? И нам нужно для создания фотосинтезатора 400 земли, 50 травы и 50 камня. Так, сейчас у нас 54 травы и 34 камня. Итак, собираем. Так, 200 я уже накопил. Где же шарики? Во шарики. Так. Так, я собрал 375 земли. Так, дай-ка я возьму этот бильярдный шар. Так, ну сюда. И наверх. Давай же, чувак. Так, мы вылезли. 425, значит. А надо 400 и 50 травы. 50 травы есть. Нам теперь нужен камень. Что-то я не засек время. Не подумал, блин. Так как у меня еще лимит на канале, 15 минут, видео будет выкладываться менее 15 минут. Ну вы это, наверное, и без меня знаете. Итак. Ничего себе, он улетел. Собираем, 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 собираем камни. Насколько я заметил, что всего одна планета здесь и нету ночи. И вон та вот планета, сделанная из лавы, покрытая лавой, как. Как хорошо полетел. Итак, давайте попробуем сделать этот фотосинтезатор. Объект. Билдинг. Нет, видимо, не очень-то и ровно. Да ё-моё. Меня все и тянет нажать на Escape. Так. Объект, фотосинтезатор. Вот он. Итак, для фотосинтеза нам нужно поставить землю сюда, и мы вот здесь вот будем получать дерево. Вот уже первое дерево готово. Хранимся. Так, давайте прикроем этот зазор песком. Так, чтобы вещи не вылетели, соберем еще шариков. Так, теперь давайте начнем добывать железо и одновременно с железом и камень. Так, вот здесь начнем. Так. Особо ресурсов не надо искать, как в Майнкрафте.
все на виду. Так. Ой, шарики, куда вы скатились все? Так, все я собрал. Продолжаем. Так-то высоко он берет. Достаточно. Кстати, давайте я покажу вам персонажа. Вот он персонаж. Кстати, с винтовкой. Честно говоря, напоминает мне какого-нибудь рядового из Mass Effect. С таким вот оружием. Ну и одежка у него, конечно, такая. Облегающая, как в Mass Effect. Ой, так. Так, что это было? Я, то есть, могу... Смотрите, что это? Я могу и с этой стороны срубать. Ничего себе. Вид от третьего лица называется. Итак, давайте. Давайте вернемся. Вид от первого лица. Посмотрим на окошко. Свежее, вырезанное. Так. Мне нужно побольше камня. Так, у меня же есть бомбы. Бомбы. Давайте воспользуемся бомбами. Нормально ресурса собралось. Итак, мы можем спокойно идти и создавать печь. Так, вспомнить бы, где еще мой дом находится. Где я поставил. А, так, вон там. Вон там. В процессе собираем ресурсы. Так, сколько же тут у нас собралось? Так, 25. Итак, игра вылетела только что. Игра неустойчивая, как я сказал. И поэтому надо сохраняться реже. И не забывать об этом. Так. Кстати, 15-минутка уже проходит. У меня осталось около минуты. И сейчас я создам печь, покажу, как она работает, и закончу на этом. Воу. Так, вот у нас печь. Так, может быть, как-то попробовать ее поставить. Пускай вот так вот у стены стоит, ладно. Итак, как же ей воспользоваться-то? Ах, да, вот. Так, сюда мы ставим железо. И на выходе получаем, точнее, железную руду. На выходе получаем камень и... сталь. На этом закончим. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Всем удачи. Играйте в хорошие игры. Пока.